Сотрудники НАБУ провели обыски в здании Нацкомиссии по регулированию электроэнергетики и коммунальных услуг. Глава комиссии Дмитрий Вовк, который в это время находился в Кабмине, возмутился, что визитеры выбили бронированную дверь и долго не пускали его на рабочее место. Более того, детективы бюро, по словам Вовка, так и не объяснили, зачем пришли и что ищут. Из-за визита силовиков пришлось отменить сегодняшнее заседание комиссии. В пресс-службе НАБУ уточнили, что следственные действия в здании Нацкомиссии проходят в рамках дела, открытого в марте этого года. И касается оно утверждения формулы «Роттердам-плюс», по которой рассчитывается стоимость угля. Мене відмовлялись пускати люди, які не мали жодних розпізнавальних знаків. Ми здогадувались лише, що це НАБУ. Чомусь їм велику перешкоду встановили металопластові двері, які вони вирішили розбити. Жодних документів вони мені не показували, як голові комісії. Тому я не можу прокоментувати, чим вони взагалі зараз займаються. Що саме перевіряємо, ми сказати не можемо. Розслідуються факти ймовірного зловживання службовим становищем, службовими особами НКРЕКП внаслідок під час ухвалення постанови про так звану формулу вугілля «Роттердам плюс», що призвело до тяжких наслідків. Про підозру ще нікому не повідомлялося станом на даний момент. Напомню, в Нацкомиссии, когда утверждали формулу «Роттердам плюс», заявляли, что она позволит привязать стоимость угля в Украине к ценам на мировом рынке. Благодаря этому государство сможет отказаться от поставок с оккупированных территорий. В результате закупочные цены на энергоуголь выросли и, как следствие, повысились тарифы на электроэнергию.